оперативно-профилактического мероприятия. Кукина, Костров, значит, принимаем меры к их пресечению. В случае приказа заступить на охрану общественного порядка на территории города Красноярска. Принесение службы, обращаю внимание на вежливое и корректное общение с гражданами, физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие применять в соответствии с законом о полиции. Вольно на маршрут патрулирования заступить. Будьте добры, немного на нас посмотрите. Прямо в бинокль. Повезло нам с тобой. Видели людей на лодке, нет? Кто это решил такое?